Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net «Помощник решений домашних заданий». Номер 5, урок 28. Запиши примеры в столбик и вычисли. Обратите внимание, это круглые числа. Нули выносятся вправо. 6900 умножить на 8. Получится 552 и 2 нуля спускаем. Ответ 55200. 92 умножить на 50. 92 умножаем на 5. Получаем 460. 0 спускаем. Ответ 4600. 790 умножаем на 600. 79 умножить на 6. Получится 474. В первом множителе 1 0, во втором множителе 2 0, итого 3 0 спустили в ответ. Ответ 474 тысячи. 5400 умножить на 70, получится 378 тысяч. 6300 умножить на 40, ответ 252 тысячи. 39 тысяч умножить на 60 равно 2 миллиона 340 тысяч. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.